Как там, блин? От волос просто осталось только слово. Когда они перестанут выпадать? Трэш. Ресницы уже пора снимать, мне кажется. Уже осталось просто на донышке. Надо было просить эту маску, когда мне еще предлагали пиар и сотрудничество. Сейчас уже все. Сейчас уже придется ее покупать за свои деньги. У меня сегодня такое настроение, что мне просто хочется вынести пол квартиры. Я не знаю, с чем это связано, и настроение у меня такое не только сегодня, потому что я уже последние 2 недели думаю о том, что меня окружает как будто бы либо слишком много цвета, либо слишком много деталей, при том, что я очень люблю всякие яркие акценты, всякие мелочи для дома, разноцветные свечки и всякое такое, но мне прям вот желание, какая-то прям потребность, я даже не могу описать это, выбросить просто все вещи, чтобы у меня были пустые полки. И я просто не знаю, что это такое. Поэтому в планах у меня сегодня на день сделать уборку и немножко расхламиться. Алиса, стоп! Но для начала смыть маску для лица. Эту маску я смываю всегда вот таким вот спонжем, он ворсистый, потому что по-другому это сделать просто не вариант. Она очень скользкая такая, склизкая. Короче, в смывании она не очень удобная, но вот такой штукой она смывается прям вообще супер. На этом мой уход воскресный, выходной, не заканчивается, потому что после маски я всегда наношу тоник для лица. В принципе, без этого ни один мой уход не обходится. Чувствую себя живой. Потом я наношу сыворотку от Essence. Я просто обожаю. Во-первых, она нереально вкусно пахнет ананасом. И я не чувствую, чтобы у нее была какая-то там суперхимическая отдушка или что-то в этом роде. Она офигенно классная. Она быстро впитывает и абсолютно не липкая, что очень важно для меня в уходе, в принципе. Потому что я просто ненавижу липкие сыворотки. Да кто их вообще любит? И после этого я наношу обязательно крем для лица, чтобы закрепить сыворотку. У меня это крем от Мизон. Я перепробовала миллион кремов разных всяких. Мне присылали когда-то на обзор, на сотрудничество для ТикТока. Ой, те времена, когда мне что-то присылали, я уже даже не помню, когда это было. Но вот этот крем просто, он идеальный. Я его просто обожаю. Он шикарный. Так вот, о чем я вещала. Сегодня я хотела бы сделать уборку. Какую-никакую. И даже больше не то чтобы уборку, а именно хотела бы разобрать шкаф и все, что в нем лежит, потому что это какая-то просто, я не знаю, Нарния, это совершенно другой мир. Я вот этот шкаф, когда переехала, просто вот так вот запихнула все вещи, которые мне не пригодятся в ближайшее время. И сейчас я его даже боюсь открывать, потому что, ну там, без комментариев. Сейчас я хочу сходить в Озон, забрать плед, а потом мы займемся уборкой. Завтракать я вообще не хочу. У меня абсолютно нет аппетита, мне снились какие-то кошмары.
Я не умею снимать влоги, извините. Какое-то состояние вообще нестояние, мне вообще не нравится. На улице так хорошо, такая прекрасная погода, а я буду сидеть дома и перебирать свой шкаф. Сегодня даже не сильно жарко, я даже не знаю, сколько градусов, мне кажется, градус 23-24, совсем чуть-чуть, и ветерок такой приятный. Может, погулять выбраться? Да ну, не, бред какой-то. Даже бантик повязали, ничего себе. Больше всего в этой взрослой жизни я ненавижу застилать кровать и выносить мусор. Но мне приходится это делать. Так. Ну, допустим. Слушайте, ну в целом, это выглядит неплохо. Я не помню, когда я последний раз надевала вообще лосины, кроме как не в спортзале, я... Немножко набрала после операции, ну как немножко, 4 килограмма, наверное, где-то. И решила дома пока в лосинах походить, потому что еще неизвестно, когда я смогу их надеть. К слову, вот эти шары я заказывала себе где-то в середине апреля, чтобы снять видео для дня рождения. И я как будто как чувствовала, что не смогу снять его 3 мая. Оказалось, я была в больнице. Так вот, в середине апреля я их заказала, сейчас середина июня. Они все еще летают. Просто супер. После операции я стала какая-то чувствительная и гипертревожная. Может быть, это наркоз такой отпечаток на мне оставил, я не знаю. Поэтому я решила начать капать силанг. Это такие капли, которые капаются в нос. Мне их посоветовала подруга. И она сказала, что она пользовалась ими, они ей очень помогли. У нее тоже был стресс, недосып, расфокус на все. То есть то, что сейчас мне нужно. Концентрация, внимание, хороший сон и как-то понизить тревожность. Мне подкупило то, что это не рецептурный препарат, то есть его можно купить в аптеке без рецепта, и это не БАД. Еще у него есть доказательная база. Я почитала отзывы, мне понравилось. Ну и плюс отзыв от подруги, как бы он всегда эффективнее, чем 1000 отзывов в интернете, поэтому я решила попробовать. Если вам тоже будет интересно, я поделюсь своим мнением о силанге в каком-нибудь другом видео, не знаю, через недельку-две, расскажу, как, что, помогло ли мне. И думаю, что мы можем продолжать нашу уборку. Боже, откуда просто здесь столько пыли? Я просто не понимаю. Мне срочно нужен пылесос. Я больше не могу. Я устала. Ты же на
В самой скидке очень мало карандаша. Я напрашиваю вот этот бокс, она носится лучше. И все продолжаю даже скидку. Посмотрите на эту женщину. Ладно, все, осталось. Сегодня ничего не планирую. У меня проснулся и целый день отговаривать себя от суицидов. Это как бы так, то, чем я занимаюсь последние 3 месяца. И хочется немножко какого-то разнообразия. Ну, ребята написали очень много разных полезных рекомендаций, советов о том, как тот пенчик лучше, дали много разных рецептов. Но... Короче, я отдаюсь, тут что-нибудь. Ой, блин, хотела я сказать, тут прям хрена. Алиса, включи песни, которые мне нравятся. Ваша музыка – это что-то с чем-то. Сколько нервов я потратил на тебя. Сколько нам еще придется верить в чудо? Больше не могу так, больше не могу так. Давай ты дальше без меня. Я устал и больше не могу терпеть. Это, конечно, все красиво, но в таком виде, в Краснодаре, на улице не выйдешь. Довольно-таки неплохо. Очень приятно. Мне очень нравится, между прочим. Это Люба говорит. Я просто так не хочу надевать ничего сверху. Я очень жду, что рано или поздно наше общество придет к тому, что девушки одеваются не для того, чтобы провоцировать мужчин и привлекать к себе внимание, а просто потому, что им так нравится, потому что красивые вещи придуманы для того, чтобы их носили. Господи Иисусе! Я не знаю, когда мы к этому придем. Я не знаю. Не знаю, как у вас, но у меня беда с башкой. Я живу на 14 этаже. Я, выходя из квартиры, закрываю окна, потому что я боюсь, что ко мне залезут воры через окно. Я считаю, что я выгляжу довольно-таки неплохо. Надеюсь, что мне не кажется. Вот такой вот образ у нас с вами получился, девочки. Вот такая красота. Конечно, могло бы быть все намного, намного приятнее, намного лучше. Но наше общество еще к такому не готово. Так что рубашечку вот сверху и пошла. Точки. Вы не сказали, да, что это? Видимо, это будет. За встречу! Ура! Ура! Как создается контент? Попытки сфотографировать меня не увенчались успехом, судя по всему. Это просто, это роскошь бутиков. Это роскошь.
Просто посмотрите на эту еду. Это что-то невозможное, это что-то нереальное. Попытки. Угадайте, кто хотел снять классный рилс, а в итоге просто не нажал на камеру и просто разломал собаку. Это была я. Я себя чувствую как порно-звезда, которая собирается в гэнг-бэнге сняться. Куча камер. Я себя поймала на мысли о том, что мне пора завязывать со сладким и мучным, и вообще всяким, потому что я себя максимально нехорошо чувствую после этого. Я так объелась сегодня, пока мы гуляли, я так объелась сладким и всяким разным, что меня даже немножко поташнивать начало. И завтра я уверена, что я проснусь дико отекшая, так что... Вынуждена признать, что мне придется сократить потребление всего этого. А сейчас я пойду умоюсь и лягу спать, потому что завтра мне на работу. Еще бы один выходной, было бы вообще шикарно. Эх. Не спрашивайте, просто не спрашивайте. Типа оставить вот так вот открытым окно для меня просто психологически невозможно.